Никто не может знать от себя, что есть любовь Божия, если Дух Святый не научит. Но в церкви нашей любовь Божия познана Духом Святым, и потому мы говорим о ней. Преподобный Силуан Афонский. Имей, что нужно и необходимо, а лишнего не собирай. А если не будешь иметь, да будешь скорбеть, то что толку? Лучше держись середины. Преподобный Иосиф Оптинский. Кто бережет только для себя какой бы то ни было дар Божий, а не оказывает благодеяний другим, тот осуждается, как скрывший талант. Святитель Василий Великий.